Многие красноярцы уже ждут, когда в город наконец-то придет пора пушистого снега, ведь обычно в ноябре в Красноярске держится стабильный минус 7, минус 10, а улицы накрывает белое покрывало. Вот и в этот раз мы все с нетерпением ждем, когда слякоть и грязь сменят сугробы. Но мы возвращаемся в суровую реальность и видим, что от снега, который прошел в Красноярске на выходных, уже практически ничего не осталось. Однако мы все же открываем новую страницу в календаре, поэтому давайте посмотрим, что приготовила нам первая рабочая неделя ноября. Понедельник начался с плюсовых температур. 2 ноября в городе днем было плюс 5 градусов, временами шел небольшой дождь. Но уже ночью похолодает до минус 2. Относительно теплая погода будет и во вторник. 3 ноября синоптики обещают плюс 1. Снегопада или дождя ожидать не стоит. Со среды в городе начнется пора мокрого снега. 4 ноября синоптики обещают минус 1 и западный ветер, а ночью столбик термометра опустится до минус 5. В четверг особых изменений не ожидается, однако в пятницу в Красноярске вновь начнет теплеть. Так 6 ноября потеплеет на 3 градуса, то есть до плюс 2. Также синоптики прогнозируют дождь. На выходных красноярцам, к сожалению, тоже не удастся погулять и насладиться снегом. В субботу погода будет около 6, а в воскресенье потеплеет до плюс 9. Все выходные, по прогнозам синоптиков, будут идти дожди. Однако надежду терять не стоит, ведь уже вторая половина ноября, по прогнозам синоптиков, будет морозной. Так в МЧС пообещали холода аж до минус 20. Однако началом зимы назвать это пока сложно, ведь в завершении месяца может ожидаться вновь потепление. В МЧС такую погоду называют опасной, ведь из-за температурных качелей в городе наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппа. Поэтому горожан просят избегать массового скопления людей и вакцинироваться. Полина Михальчук, Сергей Токарев, новости ТВК.